Mr. Navalny from Israeli television, aren't you afraid? Mr. Navalny from Israeli television. Мы с вами долетим, и я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень-очень счастлив, и будет круто, если вы дадите мне сесть. Скажите, вы не боитесь ареста по прилету? Вас же арестуют по прилету. Меня арестуют по прилету. Это невозможно. Мистер Навальный по Израиль телевизион. Они очень рады, что они не отступают. Вы же понимаете, что мы не полетим, и потом все скажут, что Навальный не вернулся из-за того, что журналисты не дали ему сесть на его место.